Посмотрите, какая у нас красота. Там у нас компрессорная станция дымит. И за компрессорной станцией получается восход. И какая красота получается. Как зарево, да? У нас снега немереное количество. Это вообще ужас какой-то в этом году. И валит без конца. У нас даже вон окна замело. Представляете? Сколько много снега. Кошмар, забора не видно. Этот забор очень высокий, старый, который у нас вот этот стоит, не смененный еще. Он очень высокий. Он выше меня ростом. Вот представьте, сколько снега. Ужас просто. Вчера было сколько, наверное, минус 18. И вчера такая вьюга, такая метель была. Мы еле-еле из детского сада приехали. Дошли вот с автобуса до дома. Потому что невозможно, у меня ребенок в шапке, в капюшоне, снуд намотала, говорю, прячь нос, рот, потому что, ой, вообще страшно, продувало вообще, капитально просто. Какая-то зима снежная, ветреная, просто уже хочется весны, тепла, на солнышке погреться. Ну, зима, на удивление, быстро прошла для меня. Вот, так что будем ждать прямой курс у нас на весну. Осталось совсем чуть-чуть, совсем немного. И будем греться. Надеюсь, что лето нас не подведет, будет очень теплое. Вот такую вам красоту показала. Мы приехали только с магазинов. В светофоре, ой, в светофоре говорю, в фикс-прайсе были. Зефир вот такой классный купили за 80 рублей. Он, знаете, такой двухслойный. Наконец-то свою бумагу пергаментную взяла. Другая никакая вообще. Ужас. В разных магазинах брали, все прилипает. Белизна. Блиндомет взяли. В дорогу мы с Тимуркой уезжаем. Люшки такую. Сплат. Два сока им взяла. Сады Придонья. Так, что тут у меня с камерой. Так, салфетки такие тоже в дорогу возьму. Антибактериальные руки протирать. Взяли попробовать кофе. 100 рублей стоил, 99. Кабачковый икру там всегда вкусная. Так, что у меня тут еще? Так. А, сельдь взяла консерву. Хочу бутерброды сделать. Увидела рецепт в Инстаграме. Мурат взял вот такой брусок для ножей, точить ножи. Лишки взяла вот такое зеркальце девчачье. Прям такое нежное-нежное, принт такой котеночек. Думаю, ей должно понравиться. Но у нее такой период сейчас, вот она губки красит, вот хочет, как мама, румяшки. Вот ее в сумочку зеркальце себе положит. Венчик взяла себе наконец-таки, то я от блендера венчиком пользуюсь. Тот венчик у меня сломался. Лопатку себе тоже взяла. Что-то маловатое, но ладно, пускай будет, потом побольше еще возьму. Взяла вот такой, нашла ловец снов. Я еще в 2020 году просто бредила этими ловцами снов. Все хотела, хотела, дорогие были. Ну, тут взяла 250 рублей. Два батончика тоже в дорогу нам с Тимуркой, протеиновые. Ему нравится, мне тоже. Так, что у нас тут еще в купе? Так, взяли вот сейчас перекусить пельмени. 700 грамм. Они были вообще по 520, по скидке 50% и 250 рублей. Хлеб взяли. Бородинский, обычный пшеничный. Десяток яиц взяла в красно-белом. Кусок говядины. Я просто офигела. 650 рублей кусок говядины. Сыр Маздам. Говядину взяла, потому что Мурат у меня хочет один пирог. Пришлось взять майонеза, баночку. Взяли несколько таких тушенок. Взяли оленину. Ну, вроде ничего такие по составу. Хотим попробовать, в общем. Оленину взяли, конину. Тоже вот вроде состав такой. Ну, блин, потом просто не полупустые.
непонятно. Ну, в общем, будем открывать по... и пробовать. И говядину баночку взяли. То все в красно-белом брали мы. Попробуем, потом я вам скажу, какие хорошие. Взяли макарошки. Вообще, я думала по-быстрому сделать макароны по-флотски. Ну ладно, пельмени сейчас отварим. Мурат уже 2 недели хочет хинкали. Вот хинкали тоже взяли. Вот такую баночку ассорти взяли. Тут кабачки. Я в детстве обожала кабачки маринованные. Ела их немерено. Так. Взяла карачка. Очень хорошенькие такие. Свеженькие были. Не замороженные. Такие охлажденные. 240 рублей за килограмм. Такую колбаску взяла сырокопченую в красно-белом. Пачку сметаны. Маленькая сметана 65. Это 115. Взяла вот такой соус для овощей гриль. Немножко хинкали взяли в магните попробовать. Не знаю, что я сомневаюсь, что там мясо внутри. Что-то наподобие мяса должно быть. Камера. Опять взяла по акции сейчас по 30 рублей. Такие тортеллини, по-моему, называются. С чесноком и вторые с томатами. Вкусные с чаем. Взяла арахис. Хочу попробовать один тортик сделать. Тоже в Инстаграме нашла рецепт. К ним же, к этому тортику кукурузные хлопья. Потом во влоге я как-нибудь выложу рецепт. Ну, собственно, и все на этом. Все наши покупки. Хочу с вами поделиться. Сегодня целый день залипла просто на сериал. Я его еще начала летом смотреть. Но не было серий там в наличии, по-моему, еще не выпускали. Только 3 серии были. В общем, он меня зацепил, но посмотреть не было возможности. Потом мы домой приехали с отпуска. Приехали родители. Вот мне папа перекачал этот фильм с интернетом. Ну и все что-то как-то... Хотела оставить свой отзыв по поводу вот этих пельменей. Я вообще как бы не любитель покупных пельменей. Люблю домашние. Очень люблю. Покупным отношусь скептически. Ну, так иногда получается. Очень редко. Не знаю, даже раз в 5 лет, наверное, что мы покупаем в магазине пельмени. Вот эти пельмени очень вкусные по сравнению с тем, что я пробовала когда-либо. И мясо такое, как бы, да, обычно оно какое-то резиновое, соевое, может, где-то присутствует привкус или запах. Здесь нет. Здесь, как бы, очень даже натуральное мяско. Свинина, говядина, мясо цыплят бройлеров, лук, вода, молоко питьевое, соль, перец, черный молотый. Как бы состав очень хороший. Цена у них, конечно, тоже такая себе, 520 рублей. Но мы брали по скидке, получилось 250 рублей. 700-граммовая пачка. Но пельмени достаточно вкусные. Если в охотку не хочется лепить, то можно себе таки позволить. Всем приветики! Я сегодня делаю шоколадную колбасу. У меня здесь 700 грамм печенья юбилейное у меня. Здесь у меня перемолотый жареный арахис. Две части получается я перемолола на измельчителе, а другую просто так потолкла, чтобы были кусочки в колбаске, да? Вот. Здесь у меня, значит, 3-4 горсти арахиса жареного. 200 миллилитров молока. Решила сделать такой рецепт, чтобы не сильно жирно было. Да? Печенье жирное со сливочным маслом, песочное. И 6 столовых ложек какао. Сейчас мы это все замешаем и сформируем шоколадные колбаски. Thank you.
Колбаска получилась очень нежная на вкус, сливочная, даже без сливочного масла. В принципе, не понимаю, для чего его туда ложить. Печенье так со сливочным маслом. Очень рекомендую вам этот рецепт, тем более с орешками. Потрясающе вообще, очень вкусная колбаска. Как видите, она и режется очень хорошо. В общем, шоколадная колбаска без масла – это огонь. Рекомендую вам рецепт, еще раз говорю. Готовьте, пейте чай с удовольствием. Всем пока-пока.